Всем здорово, чат. Записываю это предисловие просто для того, чтобы сказать вам огромное спасибо и выразить отдельную благодарность Ольге. Это было максимально неожиданно, но я безумно благодарен. Спасибо большое. И спасибо вам, чат, за то, что поддерживаете. Приходите на стримы, лайкайте, подписывайтесь, рекомендуйте видосы своим друзьям и оставляйте свои комментарии. Я все комменты читаю, иногда очень интересно с вами пообщаться, поэтому пишите. Вот, а в этом видосе вы увидите полезное обновление, попрыгух, все как надо, идеальная тактика, идеальная страта, максимальная подкрутка, все такое. Поэтому всем желаю приятного просмотра и приходите на стрим 9 мая, там выйдет очень большое обновление. Ждем. Че здесь? О, Сир! Говорят, полезное обновление все-таки можно рольнуть. Я рольну. Поехали, рольну. Давай. Дай карту! Дай карту! Да! Он дал карту! Так, что делать? В первой сидеть? Возьму такую, чтобы быстрее получить. В первой надо сидеть. Он дал! Ха-ха-ха-ха! Он дал! Саня, победа! Поехали! Или не в первой сидеть? У нее что, смешные? Давай постепенно будем играть, постепенно. Потому что я не знаю, переделали ли полезное обновление или нет. Я вот еще лет не видел. Просто раньше, может, в первой таверне мог упасть ремдер. Так, давай вот эту возьмем, давай вот эту продадим, давай возьмем 3-3, потому что если полезное обновление не переделали, то оттуда очень часто падают ревендеры. Ну просто раньше был другой ревендер, а сейчас тильт ревендер, возможно сейчас по-другому как-то работает, непонятно. В принципе, кстати, выше второй, наверное, не надо. Если оттуда ревендеры падают, то просто надо искать попрыгух, сейчас все карты брать и все. Хотя фиг знает. Такие надо брать, да? Отдыхаем. Хай. Спасибо, Верло. Окей, главное сейвить хп. Стрим офнулся. Стрим, вернись, живи, стрим. Дыши. Спокойно. Так, пока стрим офнулся, я тут вот прокрутил все жестко. И взял вот такую тему. Отправьте 10 раз атаку. Фига буст твича по зрителям. Давай вот так сделаем. Контенту быть. Так, а я должен все вообще брать или нет? Или прям не то чтобы все? Наверное, прям все. Потому что на следующий ход у меня полезное обновление. А там чать уже... Посмотрим, как пойдет. Полезное обновление на 7-й ход. Это норм. Скажите, вы готовы? Я не готов, мне так страшно. Я вообще так стрёмно, как будто первый раз играю в Hearthstone. Нечего монетки сейчас. Сейчас очень важно все. Все очень важно. Беру 3-2. И поехали. Наверное, апнуть. Фиговое полезное обновление. Так, не везет. Давай 8 монет потрачу. Сделаю вот так. И поехали. Не говори, что тильт больше не приходит. Нет, это фейк. Раньше такая же тема была, это фейк. Он может прийти все равно, он может... Может, это фейк. 100% фейк. Надо просто ждать. Просто ждем, он придет. Раньше такие же роллы были. Типа там 50 на 50 в этом роле падает ревендер, либо он не падает. Такую? Такая есть. Ну, соберу, конечно, но а где... Алло! Я помню. Полезное обновление не поменялось. Оно как было, так и осталось. Никто не вылетел. У меня больше 15 хп, поэтому нормально пока что все. Такой чилик есть. Давай. Вот сволочь, да? Ты что делаешь? У меня больше, чем 15 хп. Я терплю. Все нормально. Если сейчас не повезет, то, в принципе, наверное, я ошибся где-то. Так, подожди, я сейчас по-любому проигрываю, 100%. Я прям сейчас собираю, получается. Я прям сейчас должен собрать, я обязан. Ну окей. Это просто что? Получается, это фейковое полезное обновление, да, было? Вылетевшего не дают. Тишина. Оно ничего не дает, оно бесполезное абсолютно.
оно стоит и ничего не делает. Что за бред? Я не могу сейчас вылететь. Я могу вылететь только при одном условии. Если у него сейчас на столе будет стоять... Кто? Кто? Пыш? Если у него пыш будет... Как у него будет быть пыш? У него может быть пыша. Это снайпер вонючий. Откуда он знает? Мне так стрёмно. Я вообще переживаю сильно. Прям очень сильно. У меня так сердце стучит, чат, помогите! Так, что еще дашь? Призовите 16, купите 7, разыграйте 4. Думаю, что купите 7. Предсмертный хрип, это я могу. Поехали. Оп, сюда. Сюда, на базу. Есть еще один такой. Но не будем на него деньги тратить, мне эти квесты не особо нужны. Сейчас просто нужен еще один ролл такого плана. Да! Вот это то, о чем я тебе говорил. Это оно. Это то, о чем я тебе говорил. Подожди, а третий попук мне не нужен уже, это слишком много. Вот, хорошо, хорошо, осталось перерождение закинуть 15-15 ревендера, это идеальный стол на попрыгух. Перед вами выглядит эталон. Лучше этого стола не может быть. Может быть, если перерождение, и вот здесь крыса 2-2. И здесь 15-15. Лучше не может быть. Это эталон. Перепыша не будет. Не сегодня. Не сегодня. Бей нормально. Он посчитать не может. Хорошо, он посчитать не может. Там пипец просто. Да что говорить. Тут при идеальном раскрытии статы не помещаются на стол, если что. Тут при идеальном раскрытии Харстоун ломается. Но тут идеального раскрытия быть не может, потому что ни у кого нет больше, чем у меня. Просто перепыш. Если перепыш у кого-то будет, то гг. Это YouTube. Можете передавать привет. Я кстати, почти тильтанул. Я почти думал, что эта открутка сейчас будет. Но я еще не выиграл. То, чтобы выиграть, надо постараться все равно. Золото бесполезно. Нужен ролл с 15-15 картой. Очень сильно нужен. Но что-то не виднеется. Золото бесполезно. Крысюк. Крысюк как будто неплохо, но... Я бы просто его поставил, потому что это от пыша очень хорошо. Да не. Все, лимит. Лимит на полезное обновление, больше не будет. Так, у него 5, то есть если я проиграю, я 100% проиграю, поэтому возьму 3-3 бесплатно. Все, лимит, чат. Больше лимита нельзя собрать. Скотина в последнем роли. А, это же эти драконы! Ё-моё! Там эти, этот, который чел! Он все... В смысле, он всем проигрывает? Это что за лобби? Ой, тихо, сейчас упаду. Это что за лобби? Он всем проигрывает? В смысле, ты помнишь его стол? Я правильно расставился. Отлично, замечательно бьешь. Отлично, попрыгала. Хорошо, попрыгала. Ой, ты молодец какой! И в 3-9. В 3-9! Я в шоке, что происходит? Я точно в Харстоун зашел, алло! Вот это хорошая, неплохая хатка. То есть, на ютаб. Как мало тебе для счастья надо? Ну, попрыгухи, что еще надо? Что еще нужно, кроме попрыгух? Нифига больше не надо. Это еще не конец игры, у меня вопрос остается открытый. Как он проиграл этим челом? У него стол здоровый. Как он проиграл? О-о-о-о-о-о. 15-15 сюда по-любому. 15-15 сюда по-любому. От двойной гули. Так. Теперь надо что-то найти. Вот типа такого. Это деду не надо. Молодец. Не, ну молодец же, молодец. По моему гайду, если у тебя стоит золотая эта, по-любому кидается сюда. По сути, я не могу проиграть. Чтобы здесь проиграть, здесь должно быть все идеально у противника. Прям... У меня самый сильный стол в игре. Я проиграть практически не могу, но могу. При любом столе можно проиграть. Да не, мимо. Не может быть. 7%, это фейк. Хотя, вот после этого удара я уже не уверен. Подожди. Все, я уже не могу проиграть. Никак. Здесь невозможно проиграть, все, победа. Бумбокс экзодия, да, наверное, контрит. У него, кстати, бумбокс стоит. Но он без таунта. Красотень.
Смотри, смайлики кидаются. Радуется мэн. Ой, как я долго этого ждал. Прям возвращение в 2021. Или в 2020 какой там. 22, не помню. Вот этот стол, это... Я не зря прожил этот день. Ради этого стола. Ради этого стола стоило прожить этот день. Стоило дышать. Не понял, смайлик не кинулся. Часть, смайлик не кинулся. Это плохо. 15-15, куда я могу кинуть? Могу сюда кинуть. Если в этом смысл, я думаю, что нет. Стоит просто найти крыску и перерождение. Вот такая крыска есть. Ну, крыска не нужна, такая крыска. Нафиг ты ее забафл? Нафиг ты ее забафл, тебя кто просил? Убери баф! Ну, кстати, смотри, он в основном роллы дает вот такие, да? То есть безревендерные. Ну все, только перерождения нужны. Спасибо, Михаил, здорово! Здорово, спасибо. То, что не кинулся смайлик, это значит, скорее всего, то, что это последний ход. Гуля. Гуля меня не контрит особо. Ну, 6%. Это очень плохо. Не, нормально, нормально. Нормально, все, победа, победа, победа. Ну, не можешь выиграть. Невозможно. Он не сможет. Вообще, даже если захочет, он не сможет выиграть. Сейчас будет. Часть, смотрите на экран внимательно. Да, это жестко. А, шалеть. Давай, Лероев, чтобы побольше раскрылось. Это самая сильная тактика в игре. Ее фиг соберешь, но с полезным обновлением, в принципе, это можно собрать. Надо мне как-то сыграть этого гули. Я не могу от него никак сыграть. Но, в принципе, если сейчас, типа, вот, оп. Вот такая есть. Оп. Хороший... Или плохой, или хороший трек, я даже не понял. Спасибо. У меня везде 15-15, здесь, в принципе, от гули даже двойной мне не страшно. То есть, получается, я перерождение просто кидаю сюда и ставлю крыску. Все. Если что, еще один ревендер не нужен. То, что они стакаются, это байт. Но это так, на всякий случай. Я не представляю, как он меня сейчас может выиграть, честно. Я просто не представляю. Что должно произойти, чтобы я сейчас проиграл? Без понятия. Честно, надо расставиться как-то вот так. Но я расставлюсь вот так. Просто если он сейчас найдет бумбоксов с ревендерами, то бумбоксы могут меня расстрелять. Поэтому по-правильному как-то, вообще как-то вот типа вот так. Но давай сыграем так. Я что-то не особо верю в то, что он сможет сейчас такое собрать. Это просто бумбокс надо поставить, его затаунтить, поставить ревендера. И все это в один ход, это очень сложно. Это типа ультра-подкрутка. Ну, тем более это, ну все. Ну, 5%. Я не знаю, откуда здесь 5% нарисовано, если честно. Вообще не понимаю. Откуда здесь 5... Типа, с чего тут 5% вообще? Но... Кстати, если бы он ударил сейчас... Да, я понял, откуда. Все. Если бы он сейчас сюда ударил, я мог проиграть бы. Так, нет. Победа! Победа, чат! Ютабу привет! Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал. Я несколько месяцев пытался найти полезное обновление, чтобы собрать такой стол. Я пытался, я не сдавался, я старался. Поэтому всегда идите до конца, верьте. Там туда-сюда. На! Ну, красиво же? Красиво. Но я понял, как я мог проиграть. Если бы он ударил туда, потом бью я, и после этого он бьет в ревендера. Вот в таком случае я мог бы проиграть, но это 5%. Но 5% это не 0%, поэтому шансы всегда есть. Вот это хорошо было, прям. Это катка, прям. Ради таких моментов ты заходишь в Hearthstone вообще. 8000. Сейчас 8000 берем, чач. Почти взял.